И вот ученики после всех событий в Иерусалиме идут к себе домой, возвращаются. И по пути к ним, и они рассуждают об этих событиях, и к ним присоединился Господь в одну, и они не заметили Его. Еще раз напомню вам, что в синодальном переводе сказано, что глаза их были удержаны, то есть это внешние действия, кем-то, да, удержаны. Но на самом деле в большинстве переводов сказано, что глаза их были ослеплены. То есть они из-за того, что они так много спорили и рассуждали, они не смогли увидеть Господа, который шел рядом с ними. Мало того, написано, с хмурым лицом посмотрел на него и сказал: ты один, наверное, вообще не знаешь, что там происходило-то. На самом деле Господь рядом с нами. И как бы нас мало или много не было, Господь среди нас, потому что Он говорит: где двое и трое собраны во имя Моего, во имя Его, там и Он среди них. Да? А вот я сейчас новую песню спою, а посмотрим, вы сможете? Отец Небесный, Боже, мы благословляем Твое Святое Имя, мы присоединяемся к Тебе. В этот день, когда Ты отделил, который Ты отделил от всех дней для того, чтобы мы встретились с Тобой, для того, чтобы мы вместе славили Твое имя, для того, чтобы мы имели общение с Тобой через Слово, через прикосновение Твоего Духа, Господь, переживание Твоей силы, Твоей славы, Господь, и мы говорим, мы любим Тебя, больше всего на свете, больше всего, Господь. Всем сердцем я люблю. Давайте скажем: я люблю. Я люблю Тебя, люблю Тебя, Иешуа. И каждый день я вижу, как Ты дорог ко мне и благ. Благодарю Тебя и славлю Твое имя, воспою. Тебя всем сердцем я люблю. Поем Ему. Я люблю Тебя, и каждый день я вижу, как Ты дорог ко мне и благ. Благодарю Тебя и славлю Твое имя, воспою. Тебя всем сердцем я люблю.
сердцем я люблю. Давайте скажем вместе: я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Тебя всем сердцем я люблю. Мое сердце и душа принадлежат тебе. Ведь за меня ты расплатился на Голгофе, на кресте. Благодарю тебя и славлю, твое имя воспою. Тебя всем сердцем я люблю. Мое сердце и душа принадлежат тебе. Ты расплатился за меня на Голгофе, на кресте. Благодарю тебя и славлю, твое имя воспою. Тебя всем сердцем я люблю. Тебя всем сердцем я люблю. Господь, Господь, мы с радостью ходим, Господь, твой шаббат, о Господь.
мы с радостью ходим, Господь наш Я буду
чищу, Израиль Петах Башей, Зрамото нам гур, Израиль Петах Башей, Зрамото нам гур. Давайте наоборот.
чтобы славить Его имя. Мы свободны во всем, кроме греха. Не забывайте. Давайте.
Святой, святой, ты вновь живешь во мне. Такой чудесный Дух Святой живет во мне. Один зал. Thank you.
будет больше Тебя, больше Тебя, больше Тебя, меньше меня. Пусть будет больше Тебя, больше Тебя, Господь, больше Тебя, меньше меня. Пусть будет больше Тебя, Иешуа, больше Тебя, больше Тебя здесь, меньше меня. Пусть будет больше Тебя, Господь. Больше Тебя, Господь.
Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть будет больше Его и меньше нас. В наших жизнях, во всем том, что мы делаем. Аминь. Можно наших деток сюда? Аллилуйя. Давайте простянем наши руки, помолимся за них. Святой Господь, Бог Израилев, благословляем Тебя, благодарим за детей, которых Ты даровал нам как благословение. Это стрелы, Господь, в наших колчанах. Дай же нам мудрости, как родителям, заострить их и направить в Твои цели, достойные Тебя, Господь. Да будут они благословены перед Тобою во все дни их жизни. Да будешь Ты, Боже, охраной для них, Господь, со всех сторон. Мы просим, чтобы ангелы Твои охраняли их от любого рода зла, от злых людей, от несчастных случаев, от каких-либо неприятностей, Господь, чтобы Ты был их покровом, чтобы Ты благословлял их, Господь, мудростью, благословлял их силой, здоровьем, Господь, чтобы Ты благословлял их всеми Твоими благословениями. Да, будут они благословлены, как Ефрем и Манассия, как Рахиль и Илия, Господь. Да будет рука крепкая, Твоя рука, Господь, на них. Мы благословляем Тебя и благодарим Царя Славы и Бога Благословенного, Бешем Ишуа Машиеха. Аминь.